Плохая им досталась доля, немногие вернулись в поле. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. София Суданова учится в 5 классе. Девочка круглая отличница, любит рисовать, танцевать, участвует в олимпиадах. Будущую профессию она пока не выбрала, но время еще есть. Сегодня для Софии открыли государственный образовательный вклад. Он даст возможность в будущем получить хорошее высшее образование. Мы будем стараться учиться хорошо, участвовать в общественной жизни школы и класса, чтобы была София активная у нас девочка, и постараемся выбрать интересную специальность, подготовить ее к жизни как следует. В рамках проекта «Счастливое детство» партия «Нур-Отан» реализует акцию «Вкладываем в будущее». Цель – открытие образовательных вкладов для детей, оставшихся без попечения родителей. Члены партии совместно с отделом образования выбрали несколько детей и 9 октября познакомили их с благотворителями. Именно они – депутаты, бизнесмены – открывают государственный вклад на имя ребенка. Сегодня очень большой, как говорится, очень, надо сказать, великий день. Сегодня каждый ребенок здесь присутствующий обрел крестного папу и крестного маму. Сегодня как крещение идет. Вот я могу с искренней открытой душой сказать, у тебя появился крестный папа в моем лице. Я по возможности буду помогать. Первый старт открыт, это тебе, чтобы ты хорошо училась. Спасибо. С годами размер вклада будет увеличиваться. Помимо вложений бизнесменов и депутатов, ежегодное вознаграждение банка по депозиту составляет 10%. К сумме, которая получится в итоге от 5 до 7% в год, будет начислять государство. Сегодня в акции участвует 8 детей со 2 по 6 класс. Ну, конечно, мы старались взять тех детей, которые сегодня хорошо учатся в школе, которые занимаются спортом. Те дети, которые принимают активное участие в жизни своей школы. Прежде всего, мы старались охватить эту категорию. В течение года планируется открыть порядка 3000 вкладов по всей стране. В партии уверяют, это только начало. Акция непременно будет продолжена. В Темиртау еще много сирот, которым нужна помощь. Светлана Лебедева, Сергей Баданин. Новости Темиртау.